НВК «Сага» продолжает работать над переходом на продюсерское телерадиовещание. В этот раз в компанию приехал известный эксперт по продажам Григорий Мошкин. В течение недели он обучал продюсеров компании и рекламных менеджеров способам зарабатывания в телерадиовещании. Напомню, что НВК «Сага» в ближайшее время должна перейти на продюсерское телевидение. Ожидается, что это улучшит качество контента телерадиопродукции, привлечет больше аудитории. Сейчас продюсеры работают над большим проектом «Весна» на НВК, которая должна дать старт большим изменениям на главном канале Якутии. Ну, сам факт появления отношения как к продюсерскому телевидению говорит о том, что грядут достаточно большие изменения. Долгое время, я так понимаю, одним из основных аспектов канала НВК «Саха» это была традиционность. Это традиционные темы, традиционные аудитории, традиционный интерес, подходы, форматы программ. Но жизнь не стоит на месте, все меняется крайне стремительно, и сейчас уже подрастает молодая аудитория, нужно отвечать ее интересам. И ровно формат продюсерского телевидения, с моей точки зрения, поможет продолжить вот этот, усилить процесс поиска наиболее интересных тем, актуальных, интересных. Это может быть совершенно в разных направлениях. Это может быть и спорт, это может быть и компьютерная тематика, там, это гаджеты. Все, что интересует молодежь, среднее поколение. Вот, это должно находить отклик в тех форматах и в тех передачах, которые планируются на НВК «Саха».